них схема такая же, как у нас? Фиг нам на схемы и на них, поехали. Все, погнали. У кого есть схема? У нас ЦАП будет? Игорь ЦАП. А, Игорь ЦАП, хорошо. Игорь, если увидишь, что я побежал вперед, закрой мою позицию. Добре? Да, я закрою глаза, да. Буду осуждать тебя. Хорошо. Понял. Сразу желтый. Без желтый, без красный. Ну и убань. Итак, пятеро. Артём. ББ пишу. Рамираем, хорошо. Ну и что это бот сделал? Так. Дают. Начинаются ботяры. Ну не знаю. Дима, выходи. У нас некуда выйти. Сейчас Дима. Харькова. Открылся, он пас не дал нифига, блин. Ну там и Харьков открылся еще. А куда? Я. Блин. Все. Игорь, не проси. Вот. Давайте спокойно, ребят. Я не просил, я случайно нажал. Спокойно играть, заигрываться не надо просто на своей половине. Доводить до инфаркта. Хорош. У них дилды все. Так что надо за счет скорости обыгрывать стараться. Хотя они не совсем дилды. И не все. У них еще и кипер, блин, живой. Добавляет. Молодец. Хорош. Ближний. Да, я в ближний уже целился специально, но я там такую силу нажал, почти максимум. Там дальний бы не полетел, да. Не полетел бы, да. Я думал, что и ближний не полетит, но полетел. Оба, пошла жара. Игорь, ты фиши. Ставим. Назад. Дальше. Вот там. Офсайд там. Бросать будет. Дима. Да не Дима, тут бот подлез. Я вообще Димону давал. Опасно. Все. Война. Сзади смотри, здоровый на 11. Наш.
Блин. Обидно. Прикольно. Ну, видно, раньше попросил. Но Димка раньше попросил, но я был не в офсайде. Еще одна желтая. Что? А, ну боту пофиг. Только что снова он дыл добежит. И высоких в этот кинуло в стенку. Ну, но я тут с ними никак не поборюсь. Пофиг, тут как повезет. Хорош. Ага. Что, играют на вынос? Да, забросы на вынос, да. Вперед, грузит. Да выноси, ну ё-моё. За нами бежит. Входим. Класс. Снова сейчас загрузить будет. Надо. User joined your channel. Ай, сори. Да. Харьков, что ты делаешь? Ну ё-моё. Как хочется бить. Ну это же запрещено там. Один удар. Так, на желтые Харьков. Что он делал, я не видел. Что-что? Что он делал? Кто? Харьков. Ну в конце, типа, кипера пытался, типа, прессовать. Тут по рейтингу самое одно, 87. Я, да. Ну не по рейтингу, а по статистике игрока, просто по уровню, типа, прокачки. Так, ниже сразу. Как встал. Блин.
По бровке. Можете сразу сейчас вешать? А, я понял, Харькова. Вешаю. Можешь вешать? Угу. Так. Да. Получилось. Так давайте, наверное, кто-то один назад, Игорь, или... А, хорош. Хорошо. Что, Драго-то не докричишься? А сзади один вообще стоит он. А, вернулся. Раз. Оп-оп. Назад. Назад. Фух. Офсайд. Судья тормоз. Стоял бот нормально. Вообще не дернулся. Попал бы, залетел бы. Хотя нажимал вынос, мы ничего не сделал. Есть время. Я как-то ушел. Доиграть. Куда меня потянуло? Ё-моё. Я уже дохлый, уже дохлый. Дима. Бросай. Наш, да. Добро. Ну, продли сразу, ну, Димка. Сейчас вниз продлят. А. Хорош. Выноси она. Выношу. Блин. Я выносил. Я выносил. Тихо-тихо, играем, играем. Не спокойно. Выносил. Играем. Добрый, сам пошел. Да, тут сам... Молодец, молодец, давай-давай-давай, играем. Блин, ложно было. Хорош, хорош, хорош. Харьков, спокойней. Добро. Сам. Центр. Удар. Удар. Ай, офсайд. На всю, бля. Какая дыра сразу. Фу. И бот, видишь, офсайд не делает, а оттянулся назад, блин. Я уже подустал. Сил, блядь. Фух. Тупо выносите. Выносил, сразу выноси, все. Просто удар, жми пофиг куда, просто вынести, потому что это... Чуть придержали, отобрали сразу. Тем более у них второе дыхание уже. Красный. Бля. Твою мать. Тут один стоит вообще. А, блин, Виталя.
Ай. Не прошел пас. У меня же нет сил бежать назад. А! Фух. Еще 5 минут. Держите. Нафиг. Нафиг, дома. Ого. Ага. Блин, вот это ботяра. Он в центре кипер стоит. Ну. А если бы не было штрафного, я бы выбегал, я думаю, что это... Хотя да. Кипер меня бы обогнал, а мне он... Полоска вообще на нуле. Еще и бот ПЗшник ушел, блин. Хорош. Тут я как бы крою, но он высокий. А, еще кипер пришел уже. Кидать будет сейчас далеко. Сейчас кидать будет, да. Дима, выбей. Добро. Он услышал. Я понял, я для себя. О! Ну, нормально, нормально. Так лучше, чем... Что, сейчас будет сестра. Ага. Не с нашим счастьем. Ой. Уже долго вот это всё. А. О, всё. Отлично, с победой. Хорошо. Поздравляю всех. Фух, сорян. Ого, вот, так там да, Харькова следующий? Вообще прибили. Игорь следующим пропускает, только не, да, за, да. Не забудь за это. Я буду смотреть, но... Не я. Евролига. Всем привет. Да, привет. Привет. О, я думал, мне не слышно. Да вы официалку, а, отыграли? Сегодня же одна игра, да? Нифига себе, у нашего кипера оценка 9. Слышь, Эль, одна. Сегодня одна игра, да? Да. Завтра ВК-лига вроде, но я, может быть, завтра буду. Я завтра... Карл, а сколько? Что в тебе сталося, что ты не пришел? Розкажи нам. Что в тебе сталося, что ты не пришел? Розкажи нам. А, сегодня? Да. Я подошел буквально туда на минут 15 назад. Я написал сегодня. Футбол смотрел, что не совсем. Алло. Да мы слышим, слышим. Думаем, что тебе сказать.